Всем привет, друзья, канал Салим. В работе у нас Hyundai Santa Fe. Мобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Салон мы разобрали, краткий обзор. Пол в багажнике, несколько полос вибропласта, задние арки металл. А это одни из самых шумных мест в автомобиле. Крыша, видите, также голый металл. Двери. Задняя дверь. Барабан. Пол в салоне. Вибропласт присутствует, но шумный автомобиль, считает владелец. Передние двери, вот небольшой кусок вибропласта. Готовим поверхность и приступаем исправлять. Закончили клеить еще вибропласт на Hyundai Santa Fe. Проклеен у нас пол в багажнике, проклеены задние арки, крылья. Также проклеили пол крышу. Двери в данной программе клеим в 4 слоя. Первых два вам показываю. Первый слой вибропласт 3 мм. Второй слой шумопоглотитель. Это у нас Integra 6 мм. Также закончили работу по проклейке пола в салоне. Смотрим дальше. Закончили клеить шумоизоляцию на Santa Fe. Проклеим у нас шумопоглотителем пол. В багажнике проклеены задние арки, крылья, проклеена крыша. Внесли третий слой в дверях вибропласта 2 мм. Четвертый заключительный слой мы проклеили на дверные обшивки толщиной 15 мм. И закончили клеить пол в салоне. Соберем салон, все проверим, и автомобиль готов. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!